и в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя столица. О, сегодня воскресенье уже. Сережа дочку провожает, и Настя дочку выпровожает на учебу. О, сумку с продуктами обязательно. Все, дайте, баба темная. Ну, если не заведется, уже не поедешь. Все, пока. Надо же было прогреть мотоцикл. Вот тут все провожающих много. Всем провожаем. А и учиться теперь. Перевізники ж наші бастують, якщо не буде, але там в одному напрямку тільки бастують, а з другого напрямку мають іти. Якщо не буде автобуса, то ще часто. Щоб дорогу хорошу зробили, так? А? Перевізники що бастують? Щоб дорогу ремонтували. Бездоріжжя в нас повне. Ага. Не можна їздити, ламається транспорт. Ну, по всій Україні роблять дорогу, а здесь чого-то не роблять. Ну, така в нас. Поэтому правильно роблять, що бастують. Да. Да, гусей, смотри, сколько. А где же они здесь ходят, ходят плавать? А там у нас нет колоды, Видишь, не подойдешь гусям. Они как собаки сразу предупредят, как в Риме, знаешь? Добрый день. Мы идем на прогулку, а нам навстречу грибники. Ну что, много собрали? Это Валера, он едет. На камеру не буду выражаться. Что, не могу? Сколько набрали? Во. Маленькие. И то ага. Собрано. А это что, лисички? Вот это желтые? Да. Случилась, это зеленичка одна случилась. Угу. В общем, по дороге нашлась. Ага. А то маслятки вот такие маленькие. Ясно. А вы что гуляете? А мы чуть не спалили вашу хату. Да. Галя там пей. Бар-бар. Мамо, каже дочка, у нас шинок сгорів. Чого, дочка, така? Бо батько йде, співає, враги сожгли родную хату. Так і в нас. Галя поставила сушить тапочки, а они сгорели. Дома, такой чорний дим стоїть. Нічого, вона в нас цегляна, вона не воспламеняющаяся, так що вона полить. Пока хозяева где-то ездят. Да. Мы гости хату жгут. Ну пошли, мы поехали. Вы ж кушать а хотите? А вы куда идете? Гулять просто прошли. Что такие большие птички? А ну как-то так чик руками помаши. Может взлетят? Что-то не боятся они людей. Обратно садятся, видишь? И такие здоровенные птицы. Я думала, это воробьи издалека. Ага. Мы уже вышли на последнюю улицу в конце села. Канавка. Чистая вода в канаве течет. Ты специально, наверное, да, разрыл? И домик. Ну, какой интересный. Это тут твой одноклассник живет? А дальше? Ой, птички интересные.
нашу будинку є дуже багато голубів. То коли мама годує курей, то дуже часто вони прилітають. І голубці. То так гарно, коли ти біжиш, і вони розлітаються. Ага. Голубі? Понятно. Как это называется? Грибок. Грибок? Сейчас я его поближе сниму, этот грибочек. А что делают в этом грибочке? Говорят, разговаривают, там встречаются. Дети бывают, а там далее в улице. Ага. Дуже, ну, молода, там дуже мало хотів. Ага. А там далее йде, ну, так само вулиця, і йде Зумухо. Сейчас то вы называете. Ага. Это тоже будет. Озера, получается, да? Источник там бьет, да? У меня хороший гид сегодня по селу, отличный. Мне очень нравится. Одни учителя живут на этой улице? Бывают учителей. А сколько в селе вашем людей? Ой, да 700, что-то 500, я не помню, да 700 мне сдается. Понятно. И в одном селе, соседнее село, 300 людей. Дуже мало, того нас об'єднали. Сказати, два села в одне. І один сільський голова на два села. Як дуже страшно буває, коли дуже сильно йде вода. Біла ворона. Білих ворон не буває. Так само тут серед білих качок чорна гуска. Ага. Ой, чорна качка. Красота. Який двір інтересний. Ось скільки індюків. Чи много. У вас вообще в селе очень много индюков, да? Ну, вот сколько тут гусей. Это уже другие гуси. Серенькие, такие красивенькие. А уже здесь лес начинается за селом, да? Огромный лес. Гуси ловят рыбу. Ну, какие ж гарные, какие ж гарные. Красивенные просто. Так важно плывут. А их там много, смотри. Сверху никак не могут спуститься они. Да, Маргарита? Нет, просто они жуют траву, а одни больше уже спускаются. А, верхние жуют траву, а нижние плавать хотят, да? Вышли почти за село. И лес. Воздух тут свежий, потому что вот лес уже здесь начинается. Ах, красота. О, входим в церковь. Вот вход главный. Пашки дозволяется заходить на дзвінницю и в этот дзвони, а так же день Пасхи. Тут дітей дуже багато, так же день на качели, вот, да, сейчас покажу. Все ходят, все село ваше сюда ходит, да? Не, бывает, что не ходят. По погоде, чи ко Вінкашинськ поїдуть, но багато хто ходить. Чи в Освятину Пасху, в малесеньких корзинках, а потім йдемо. А що туди в корзинку кладете?